Пробудись, Кыргызстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня суббота, 24 августа. И мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся Богу и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа, мы сейчас обращаемся к Тебе в этой молитве, мой Господь, и просим, чтобы Ты, мой Бог, благословил сегодняшний день. Все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, все, что нам нужно делать, мы отдаем в Твои святые руки. И мы верим, что с Твоей помощью, мы верим, мой Господь, что с Твоим направлением у нас все будет хорошо. Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Благодарим, мой Господь, за дыхание жизни, за то, что мы смогли встать. Спасибо Тебе, мой Господь. И мы также благодарим, мой Господь, за Твою заботу о нас. Всегда мы видим Твою заботу о нас, о нашей семье, и мы Тебя благодарим. Господь, поставь Твоих ангелов вокруг нас, вокруг нашей семьи, наших друзей. Защити, мой Бог, нас в этот день. Защити от проклятия, от злых людей, от аварии, катастрофы. Мы отдаем нашу жизнь Тебе. И поверь, Господь, мы провозглашаем, что сегодняшний день для нас будет успешным и благословенным во имя Господа Иисуса Христа. Господь, мы молимся сейчас за нашу страну, и мы просим, благослови, Господь, Кыргызстан, благослови нашу землю, да будет, мой Господь, в нашей стране благословение Твое, да будет в нашей стране защита Твоя. Пусть, мой Господь, наша страна будет развиваться, будет процветать для славы Твоей. Мы по вере, мой Господь, провозглашаем, что наша страна будет развиваться. Мы также молимся за другие страны. Каждый, мой Бог, каждое утро люди присоединяются к нам, и мы просим, чтобы Ты их защитил, чтобы Ты их благословил. Там, где они находятся, да будет свет. Господь, мы молимся за мир в Израиле, на Ближнем Востоке. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. Пусть, Господь, все эти конфликты прекратятся во имя Господа Иисуса Христа. И пусть, мой Бог, Твоя защита будет там, где Твой народ находится. Дорогие друзья, помолитесь со мною, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу! Аминь! Дорогие друзья, я верю, что Бог
услышал нас, и что он же благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса. Аминь. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Обратите, пожалуйста, ваше внимание, мы прочитаем 4 главу с 19 стиха Евангелия от Матфея. В Библии написано: «И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставшись сети, последовали за ним. Дорогие друзья, услышав Слово Божье, необходимо действовать мгновенно. Заметьте, как только Иисус призвал учеников, они оставили все и последовали за ним. Они действовали немедленно. Жертвовали семьей, своей зарплатой, не думали дважды, не испугались. Вера, как молния, за ней нужно следовать мгновенно. И если нет сомнения, то зачем задумываться? Да или нет? Дорогие друзья, кто спешит, действует поспешно, но он движим своим импульсом, своим сердцем. Но тот, кто определен в вере, действует не мешкая, да? Движимый импульсом Духа, уверенностью, данной Словом Божьим. Действует, потому что верит. Даже если придется пожертвовать самим главным, даже если придется противостоять всему миру, реакция веры мгновенна. Иисус не позвал учеников дважды. Как интересно, да? И вы знаете, что если вы слышите Слово Божие, то верите. И верите, конечно, да? Тогда вы примете мгновение решение, которому побуждает вас ваша вера. Сделайте, дорогие друзья, это сегодня, да? Сделайте это прямо сейчас. Сделайте это сегодня, поступайте так каждый раз, когда внутри вас будет твердая уверенность, указывающая на путь, по которому нужно идти. Бог с вами. Любое решение, которое вы принимаете по вере, принесет положительный результат. Аминь. Подумайте об этом, дорогие друзья. Это Божье Слово для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра. По пешкекскому времени вы можете присоединяться к нам. И если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям, напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, и в вашем комментарии добавьте вот эту фразу. Услышав Слово Божие и будучи движим по вере, я не буду задумываться. Я буду принимать решение, которого требует вера. И Бог меня благословит. Аминь? Слава Богу, я в это верю. Дорогие друзья, пусть Бог вас благословит и всю вашу семью. Хорошего вам дня. Страданий время подошло к концу. Вперед иди. Это ответ Божий для тебя. Thank you.
мешает.